Всем привет! Попросили показать, что у меня на EDC. Собственно, начнем с термоса. Термос Stanley на 0,47. В принципе, для города хватает. Дальше, собственно, у нас, опять же таки, городской мультитул для меня. Leatherman Wave. Собственно, кто смотрел видеоролик, тот видел его уже неоднократно. Постоянно почти со мной. Дальше, собственно, у нас идет. Очень сложно его будет достать, потому что он почти очень хорошо прикреплен. Фонарик Armitek Wizard VR. Белый с красным. Люблю его тем, что красный очень контрастирует на в темноте. Точильная система, Victorinox стержень и досочка для правки. Аптечка. Провода для зарядок. Патчи, не патчи. Собственно, сама сумка — это Octa Maxpedition. Здесь у меня ролли-поли для термоса как раз таки. Ну и, собственно, сумка для от компании DIAC. Это такой здоровый шоппер для каких-либо вылазок в магазин. Так как приходится постоянно возвращаться домой вечером, жена просит закупиться. Также, собственно, по карманам у нас идет Benchmade Boost. Телефон. Cold Steel. Маркер Cold Steel. Ручка CVV. Ключи от работы. Маленький фонарик Олайт. Нож Кайзер Йорки. Платочек Винайф. И кошелек дяговский. Все. Приветствую. Сегодня у меня на кармане Benchmade Warn Dash, ранее не производящийся. Кастомизированный мной Victorinox Кибертул. Конфетки, наушники. Кошелечек. Ну и, конечно же, телефон. А вот моя сумочка от компании Maxpedition. Это GridFlux 2. Я ему заменил бегунки на вот такие вот темляки яркие, чтобы было удобнее ориентироваться. В основном отделении у меня сейчас пусто. В органайзерах этого отделения у меня присутствует мои документы. В кармане поменьше у меня лежит всякий хлам наподобие разноцветного паракорда, точилки от WorkSharp и карта Victorinox. Также здесь есть отделение с моей микроаптечкой. Я работаю с ножами, поэтому часто встречаются порезы. Вот у меня целая пачка пластырей и таблетки от головы. Есть вот такой вот маленький кармашек, который изначально придуман под очки, но я в нем ношу конфетки. Остался только скрытый карман, который прилегает к спине. В нем я ношу свои скетчбуки. Побольше, поменьше. Также тут у меня есть кейс с карандашами. Несколько ручек черных. И два ластика, один жесткий, другой мягкий. Это все, что находится у меня в сумке и в карманах. Все. Салют, друзья. Собственно, попросили меня показать и рассказать о своем EDC наборе. По классике начнем. На кармане
поддержка Paramilitary 2, S30V, накладки Flytanium. Ну, так, по мелочи. Ключи от дома, но брелочек Victorinox — очень полезная вещь. Да и, в принципе, все, если так. Перейдем к рюкзаку. Модель рюкзака, кстати, это Maxpedition Slingback H-Peak 2 версии. Отличный рюкзак. Собственно, здесь у меня наушники. Люблю слушать музыку. Музыка — это хорошо. Для того, чтобы слушать музыку, надо, чтобы телефон был заряжен, поэтому Powerbank. Люблю немножко поностальгировать. Это PlayStation. Очень старенький. Иногда прикольно бывает поиграть там в старый God of War или один из первых Assassin's Creed. Вот, штука действительно стоящая. Сейчас можно купить, кстати, за сущие копейки. Ну, теперь перейдем к тому, что я таскаю с собой, что мне помогает на работе. Ручка. Я интернет-менеджер, надо записывать ваши заказы. Не реклама, Worksharp, отличная косточка, керамика отменная, работает очень здорово. Вот, рекомендую. Собственно, в отделе заточки можно приобрести ее, кстати. 5.11. Спайдерка Эндура, полностью сидейтерная, старенькая, ей, наверное, лет 7. Отличный нож. Фонарик простой, это Wizard C2. В теплом свете. Pro версия, собственно, теплый свет, но что примечательно, есть также еще красный спектр, тоже в целом бывает полезно. Удобно, долго не садится аккумулятор, работает на морозе, то есть в целом рекомендую. Ну и также это скорее как хобби, это что-то повязать немножко под аккорды. Собственно, что еще ношу с собой, это ежедневник. Мои записки сумасшедшего. Всегда с собой мультитул. Это Surge. Подарила моя супруга, за что ей большое спасибо. Мультитул отличный. Сейчас они наконец-то появились у нас опять в продаже. Поэтому, кто не успел обзавестись, рекомендую. Нет ничего лучше, чем Лазерман. И, собственно, расческа. Расческа Cold Steel. Плохого про нее сказать ничего, как бы, нельзя, поэтому вещь тоже весьма полезна. Да и, в принципе, все. Так, тут по мелочи осталось это перчатки, на случай, если стало холодно. Ну и всякие провода, зарядки. А, ну и документы, собственно. Как-то так. На сегодня все. Скидку на некоторые бренды вы найдете ниже. Всем пока!